Православные христиане отмечают масленичную неделю или так называемую широкую масленицу. Она предвещает наступление Великого Поста. На этой неделе они едят мясо, употребляют исключительно молочные продукты. Традиционным блюдом также считаются блины. Каждый день масленичной недели имеет свои традиции. В понедельник следует устраивать гуляния, во вторник девушки угощают блинами парней и свекровь, в среду теща угощает зятя, а в пятницу в гости ждут тещу. Завершает масленицу прощенное воскресенье. В этот день православные просят друг у друга прощения, так очищая свою душу. С сегодняшнего дня начинается последняя подготовительная неделя перед Великим постом. Главным блюдом в это время являются блины и молочные продукты. Эта неделя призывает к примирению с ближним и прощению обид. В Свято-Илинском монастыре уже начали печь блины. На этой неделе это блюдо станет основным для жителей монастыря. С творожком. Можно со сладеньким, можно с солененьким. Кто как любит. На масленицу мы печем блины и чай делаем, и угощаем наших прихожан в воскресенье. Угоститься монастырскими блинами можно будет в прощенное воскресенье в 12 часов дня.